В Запорожье немало исполнителей, представляющих самые разные музыкальные направления, от хип-хопа до дескора. Сегодня я познакомлю вас с командой NDA, поп-роковой группой, сознательно отказавшейся от всех прелестей более чем пестрого рок-н-ролльного бытия. Кто-то скажет Unreal, но поверьте, так бывает. NDA — это христианская группа. Все музыканты — глубоко верующие молодые люди, для которых творчество — это формат проповеди. Парни, конечно же, далеко не Skillet, Creed или P.O.D., но что-то в их музыке определенно есть. Группа образовалась в 2009-м. Первые концерты NDA давали в школах и интернатах. Неотъемлемым атрибутом была раздача Библии и активная агитация за здоровый образ жизни. Нет, парни не стращали зрителю: «Покайся или попадешь в ад». Будучи на сцене, они просто демонстрировали: «Посмотрите на нас, мы молоды, талантливы и позитивны. У нас есть цель, у нас есть вера, и мы счастливы». Самым масштабным выступлением стал концерт в формате рок-группа плюс оркестр, который музыканты NDA отыграли в марте 2013-го. Увы, записав 2 полноценных альбома, имея десятки выступлений как в Украине, так и за ее пределами, группа распалась. Вот уже 2 года, как NDA — это история. Впрочем, все может измениться. Мы смотрим последнее видео запорожской группы на композицию «Черно-белые будни». Недосказаны фразы, недописаны письма. Убегаем от взглядов, убегаем в себя. Устали бежать, устали бороться, каждый день провожать уходящее солнце. Черно-белые будни, как в кино. Играем те роли, что ушли на дно. Черно-белые будни, мы улетим. Но жить по-другому мы так хотим. Виртуальные фразы, виртуальные чувства. Кто-то ищет надежду и жаждет согреться. Равнодушие скроет старых масок улыбки. Но опять повторяем те же ошибки. Черно-белые будни.